Всем привет! У нас сегодня розыгрыш по чековому обеспечению. Продолжаем традицию Натальи. Вот 40 с лишним человек у нас здесь получились бумажки. И поможет специальный фирменный пакет от Fitline. Видите, здесь PM, такие вот шарики нарисованы. И поможет мне Святослав. Напоминаю, у нас 5 призов по 40 евро, которые вы можете использовать в компании, купить наш любимый продукт. Давай, доставай, Свят. Счастливая рука. Кто у нас будет первый победитель? Давайте вы сейчас увидите первыми. Крашенинникова Людмила! Вот это первый наш победитель. Следующий. Получше, получше мешай, Святик. Получше мешай. Доставай, Святослав. Так, давай, давай смотрим, кто там. Ой, так не вижу. Ильянова. Так быстро не соображу, но кто-то из нашей команды, это точно. Стоп. Вот даже так. Ну, давай сначала посмотрим сюда. Наталья Михалдякова. Покажи. Вот, Наталья Михалдякова. Отлично. И еще осталось два приза по 40 евро каждый. Доставай уже, хватит. Между прочим, все бумажки писал тоже Святослав. Так, кто там? Переворачивай. Ну, я так не вижу, Свят. Я тоже не вижу. Галина Золотова! Галина Золотова, у нее уже 6 регистраций в этом месяце и еще дополнительно 40 евро на покупку в любых продуктах Fitline. Ну и последний счастливый билетик. Из нашей кучи такой, такой горки. Так, ну показывай, я не вижу. Разворачивай. Елена Качнаева. Качнаева Елена, город Уфа. Отлично, вот так у нас закончился розыгрыш по чековому обеспечению. Эти 5 счастливчиков. Еще раз повторюсь. Ильянова, Крашенинникова Людмила, Елена Качнаева, Галина Золотова и Наталья Махалдякова. Это 5 счастливчиков, кто получает по 40 евро как приз в розыгрыше чековое обеспечение. Всё, спасибо, да. Святослав, за помощь, за то, что ты подготовил нам этот розыгрыш. Я надеюсь, все получатели этих призов будут очень счастливы. Всем пока!